22 февраля снайпер убил мою жену. Через стекло в доме. Все, она погибла. Меня тоже стреляли. Теперь я за ней наклонился, меня тоже стреляли. Рядом пуля пролетела. Их, наверное, может одна, может две было. Я не знаю. Но две бабы снайперши. Их соседка видела. Ее одну видела. Небольшая такая. Пухленькая. В военной форме с винтовкой. Ну, с расстояния где-то, может, ну, до 100 метров с чердака соседнего дома. А это снайпера были украинские или русские? Да, украинские снайпера. Их я в поселке жил, ну, на окраине города. Их ни один человек увидел там. Вдвоем они шарились. Ну, а что, ну, похоронил, и пришлось похоронить в огороде. Потому что везде все стрелялось, везде грохотало.